Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Mega Tanks. Эволюция танков продолжается. Мы с вами продолжаем делать слияние танков для того, чтобы получить супер-мега-танк. Мы уже с вами находимся на 29 уровне. Всего их 50. У нас есть 29 танк. Ребята, это реально круто! Но сегодня мы с вами тоже будем делать эпические эволюции. И для того, чтобы наши танки ставали все сильнее и сильнее, ты должен успеть поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, если ты поставил лайк, значит наши танки будут четко воевать. А мы давайте приступим к игре. Если вы смотрели прошлую серию, то вы знаете, что мы открыли реально крутой танк, ребята. Это у нас была черепаха 29 уровня. Она была всего лишь одна. Теперь вот сколько их. А также, ребята, есть еще один танк 30 уровня, который я открыл вне ролика нечаянно. Там просто пару слияний было, и он открылся. И вот, ребята, наш магазин, где мы с вами можем покупать танки. Видите? Вот черепаха. И вот этот реально крутой танчик. Видите, какая у него башня прикольная, 30 уровня. И сегодня еще что-то получим. А также, ребята, без вас немножко здесь прокачал. Смотрите, скорость у нас улучшилась, скидки, пушки. Здесь уже огромные суммы. Надо 22 триллиона, 180 триллионов, 290 триллионов. Чтобы вы понимали, у нас сейчас заработок идет всего лишь триллион в час. Ну ладно, хватит болтать, подумайте, воблер. Давайте мы приступим к эволюции. Давайте мы делаем вот так вот слияние. Эти танчики убираем. Надо уничтожать эти мелкие. Они нам вообще, ребятки, не нужны. Так, убираем. Давайте еще. Вот, всех черепах соединяем. Сейчас реально что-то получим. Приготовьтесь, ребята. Вот он. Наша первая эволюция в этом ролике. Ничего себе. Ты кто такой? Какая-то Виолина. Я не знаю, что это за танк, но он будет реально круто стрелять. Мы с вами продолжаем. На данный момент тут не все так просто. Смотрите, у нас доход 235 миллионов в секунду. А также у нас скидка на покупку танков 55 и доход 225%. Да, реально пришлось мне вне ролика, ребята, подзаработать здесь. Если честно, я просто здесь уже устал от игры. Также я задонатил 4 доллара. Теперь у нас, ребятки, есть 1000 кристаллов. Мы можем все тут улучшать. Давайте сделаем турбо для ролика. Все здесь максимально. Сейчас наши танки как поедут, смотрите. И качает. Поехал. Вот эта скорость! Просто суперски! Уху! Также давайте мы поубираем эти танчики, чтобы они нам не мешали. Можно вот так вот даже сделать. Сюда. Вот давай покупаем, покупаем еще. У нас, ребята, триллионы денег. Делаем слияние. Больше крутых танков. Еще больше. 20-е нам вообще не нужны. Вы плохие 20-е. Что у нас есть? Смотрите. По 27 миллиардов. Кстати, я тут дошел до такой степени, ребятки, что у меня танк стоил, вы посмотрите. Вот сейчас вы просто упадете. А почему дешево стоит? Он, ребята, стоил 280 миллиардов в начале, если посмотреть. Это реально была огромная сумма. То есть за час можно было купить всего лишь там несколько танчиков. Ну что, делаем слияние. Вот этот танк реально похож на КВшку. Две черепахи у нас уже есть. Давай, давай, реально у нас супер добыча. Танки соединяем, делаем слияние. Интересно, что же дальше будет? Всего здесь в игре, ребятки, у нас есть 50 уровней. Точнее, 50 танков мы можем сделать. Я хочу уже посмотреть, что там будет за финальный танк. Но, конечно, нам туда еще надо дойти. Делаем слияние вот так. Вот смотрите, черепашки. Во, у нас уже 3 танка 31 уровня. Это реально суперски. Давай мы покупаем здесь танчики. Все купили, все быстро едет, зарабатывает. У нас почти уже 1 миллиард в секунду. Видите, тут цифры просто нереальные. Это триллионы. Да, это уже не миллионы, а просто триллионы какие-то. Давай мы еще соединяем больше. Больше танков, больше эволюции. Что это за коробка? Она не нужна. Я обычно беру X5. Так, выбрасываем, уничтожаем. Круто! Да, ребята, больше золота, больше танков! Давай еще соединим. Сейчас у нас будет новая эволюция. Мы так долго к ней шли. Давай вот этот уберем.
Закупаем. Ой, эти танки уже дорогие, вы посмотрите. 372 миллиарда один танк стоит. Блин, так нам на 20 танков всего лишь здесь хватит. Как-то, игруленька, ты, конечно, жжешь. Денег маловато у нас. Ну, эти коробки обычно мусорные, с них ничего хорошего не выпадает. Уничтожить. Давай убираем. Отлично, давай еще. Танки супер дорогие. Нам уже, наверное, пора делать слияние. Ну что же, ребятки, вы готовы? Я приготовился. Да будет, ребята, 32 уровень. Ты кто такой? Покажись, новый танк. Ха-ха, это что за чемодан на колесах? Вы посмотрите. Танк Альцхеймер. Будет зарабатывать 45 миллионов в секунду. Круто. Ставим коробки. Можно, в принципе, делать слияние коробок всего лишь для того, ребятки, чтобы получить больше опыта и получить уже 23 уровень. Да, я к ролику так готовился. Я, наверное, 7 часов, ребята, здесь сидел, все зарабатывал, и просто деньги закончились. Это что за прикол? Это что за бесконечная игра? Игра, ты испытываешь воблера на прочность? Давай закупаем новые танчики. Делаем сюда слияние. Сейчас мы получим одну черепаху, а потом уже вот черепаха второго уровня. Давай еще, еще. Больше танков, больше слияния. Вот это у нас суперскорость. Это, ребята, просто танк флеша. Давай еще больше танчиков. Соединяем. Снеговики, идите ко мне. Вы представляете, как нитро качает? Вот оно. Фу, на суперскорости. Давай еще добавляем. Больше скорости. Да, у нас было 1000 кристаллов, осталось 966. Давай еще. Ух ты, 20 кристаллов мы можем получить. Кристаллы, ребята, получены, и мы летим дальше. Это реально какое-то безумие, вы посмотрите. Вот это скорость. Так, убираем здесь все, освобождаем, чтобы у нас было больше места. Давай танк, это у нас 22 уровня ракетный. Уберем привесниковички, идите сюда. Соединяем две черепахи. Вот так вот соединяем. Да, ребята, сейчас смотрите, у нас два танка 32-го. Сейчас будет 33-й, но надо немножко подождать. Давайте мы сюда еще закупимся. У нас 1,5 миллиарда в секунду. Конечно, это маловато, но все же. Лучше, чем ничего. Давай мы еще соединяем. Черепаха к черепахе. Сюда еще берем. Так, это у нас миллиарды. Ого, 222 миллиарда уже новый танчик. Как-то многовато, если честно. Давайте посмотрим, что мы можем сзади там прикупить. Вот здесь мы заходим в магазин. Что у нас по танкам? Это 176 миллиардов. Так вот, смотрите, дешевый. Так, это миллиард. 27. Так вот, можно черепаху сразу покупать. Получается, что танк 28 уровня стоит дешевле, чем 27-го. То есть мы можем уже эти танки покупать. Смотрите, опа. И делать слияние этих черепах. Давай еще. Отлично, блин, это что за штука выпала? Да коробки, уходите, эти мусорные танки, они выпадают. Да не хотел я вообще на вас нажимать. Вы плохие, уйдите. Здесь, ребятки, как будто не хватает слотов каких-то для нас. Давайте еще. Уйди ты отсюда в мусорку. Давай еще. Сверху побежали снеговики, вроде бы успел нажать. Давайте мы еще сюда зайдем в магазин. Прикупим вот эти танки, они подешевле будут. Нет. А, мы можем сразу крутой танк получить. Нет, спасибо, ничего мне не надо. Я и так сам соединю. Смотрите, крутые танчики сразу получились у нас. Опа. Сейчас, ребята, получим новый танчик. Ух ты, у нас уже есть 3 танка 32-го. Давайте сделаем 4-й танк и будем делать слияние. Интересно, что же там за махина будет. Дальше вообще какие-то будут танки на ховерах. Я уже, ребята, закупаюсь через магазин вот здесь вот. Потому что, смотрите, этот танк дешевле. Поэтому давай набираем. Забиваем все слота. Отлично, привесниковички. Нам предлагают за ролик 79 миллиардов. Этого мало. Тут цифры просто нереальны. Мы привыкли там 100, 1000 максимум. А здесь уже миллиарды пошли. Нажимаем. Новый уровень. Черепашки давай. Еще черепашки. Вот здесь соединяем. А, у нас нету танка. Я понял. Сейчас мы прикупим и сделаем еще один танчик и будем делать эволюцию. Так, у нас тут танк стоит, ого, уже видите, 142 миллиарда. Давай, давай, черепашка. Все, у нас сейчас деньги закончатся, я уже вижу. Остался 1 триллион. Этого маловато, конечно, с такой-то скоростью.
Я в шоке, доход X5 врубаем! Да, ребята, посыпались деньги с неба. Я уверен, что даже многие игроки сюда не доходили, потому что навряд ли кто-то смог бы выдержать, ребята. Я-то знаю, сколько времени много ушло, теперь вы знаете. Давай соединяем. А что у нас танк 30-го? Где еще танчик 30-го надо? Блин, нам танка 30-го уровня не хватает. Где? Этот мы купить не можем. Это тоже, значит, вот этот берем. Ого, так у нас танки все заканчиваются. Деньги. Так, соединяем. Черепаха есть. Вот здесь у нас есть. Тут у нас тоже есть. Замечательно. Все, ребята, у нас 4 танка, смотрите, 32 уровня. Делаем слияние, приготовьтесь. Задача выполнена. Что за задача? Давай кристаллы заберем. 10 кристаллов получаем. Просто бомбезно. Ну что ж, давай будем делать слияние. Я готов. Ну что, новый танк, приди, ты кто такой? Дубль Дэд, ребята, какая-то двойная смерть. Вот это танчик. Двойная смерть готова. Вот это розовый, смотрите, 33-го. Я, если честно, думал, что мы сегодня получим 35-й уровень. Я хочу, конечно, это сделать. Но посмотрим, сколько у нас на это все уйдет времени. Я думаю, что по-быстренькому для вас. Для меня это будет очень долго. Смотрите, вот у нас еще есть танк. Опа, 2 танка 33-го. То есть мы с вами получим танк 34-го уровня. Бомбезно. Что мы можем прикупить в магазине? Черепаха у нас стоит 322 миллиарда. Тут у нас 98. Короче, я не буду называть миллиарды, потому что вы и так видите, что Б это миллиард, да? Буду просто говорить 98. А у нас сейчас типа 2000, поняли? Мы берем за 98. Накупаем побольше. Деньги у нас есть, ребята, смотрите. Сразу идет слияние. Давай еще. Суперские. Отлично. Вот этот танк, ты не нужен, блин. Тебя тоже ракетную берем, ты слабый. Давай еще выбираем. Надо в магазин заходить, потому что внизу там танк очень дорогой остался. Где у нас? Вот 200, смотрите. Раз, раз, закупаем. Все, у нас деньги заканчиваются. У нас денег нету. Вот это прикол. Вот это доигрались. Ну ничего, ребятки. Все равно вы увидите точно еще парочку эволюций. Давайте мы сюда. Так, что это у нас за коробка? Давай глянем. Доход. Нажимаем. Круто, ребята. Сейчас деньги посыпятся с неба. Да, денежки, летите ко мне. Больше денег. У нас заработок 15 миллиардов в секунду. Я хочу, чтобы у меня всегда был такой заработок. Но это невозможно, потому что это у нас X5, плюс здесь у нас еще X3. То есть это у нас получается X8 от обычной скорости. Вот когда все закончится, это будет супер медленно. Я в шоке. Как же будет медленно? Ладно, давай мы тут соединяем. Розовый тоже соединяем. У нас 30... Второй, надо, чтобы несколько было 32-х у нас, да? Давай посмотрим, что мы сможем прикупить в магазине еще. Тут 34. Мы можем таких вот танчика несколько прикупить. Все, деньги тут закончились. Но ничего страшного. Соединяем черепашки. Тут мы тоже соединяем танк. Привет, снеговички, идите к нам. У нас 31-й есть. 32-й и 33-й. Парочка, да? Ну да, все, у нас тут закончились. Вот эти танки, они очень слабые, их уже можно поубирать все. Скорость, давай, лети вперед. У нас, получается, закончилось X5. Да, X5 уже больше нету, это у нас X3. То есть у нас, в принципе, сейчас доход в районе 1 миллиарда в секунду. Ну а, ну тут у нас 3 миллиарда. Но на самом деле... Это ж потому, что X3 стоит. Давай мы тут уберем. Нажимаем. Как же мало у нас танков осталось. Ребята, я немножко подфармил игрового золота. Теперь у нас 3 триллиона. Почти 4. И сейчас будем делать новое слияние. И вот у нас скорость X2. То есть еле-еле едет, видите? А когда X1, это вообще медленно, вообще черепаха. Конечно, у меня есть кристаллы, я еще добавляю больше нитро. Давай, отлично! Просто лети вперед, мы флеши. Вы приготовились? Ребята, просто приготовьтесь на секундочку. Делаем 34-ю эволюцию.
34 уровень! Приди к нам, чудовище! Блин, ты кто такой? Вот это у него ствол! У него даже сзади такие гусеницы, чтобы его, наверное, при отдаче просто не откидывало назад! Ты монстр! Но ствол у него просто страшный. Мне кажется, круче этого танка только был ракетный танчик, который там на 22 уровне. Ну что ж, куча мусорных танчиков. Все, уходите отсюда. У нас есть... Что тут такое? Заработок? Блин, заработок круто, надо брать. Так, летим на мегаскорости. Надо вот эти танчики повыкидывать. Все, танки, уходите. Вы маленькие. Давай соединим и выкинем. Потому что они реально малютки. Давай посмотрим, что тут у нас по танкам. Этот стоит 370 миллиардов. Это 222. Это даром. Так, 400. А вот, смотрите, дешевый вроде бы. 356, он уже 30 уровня. Берем. Нет, не надо мне ничего. Я и сам сделаю слияние. Давай посмотрим, что тут у нас. Вот танчик. Ага, 30-го. Значит, надо брать 30-е. Идите сюда. Вот раз, 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 раз. Тратим наши миллиарды. Блин, это триллионы. Я уже запутался, ребята. Буква Т — это триллионы, поняли? У нас три. Три триллиона. Так, вот эта скорость. Все просто мигает. Это безумие какое-то. Вот этот ракетный танк 2 уровня, мне кажется, самый красивый был. А вам какой танк больше понравился? Пишите обязательно в комментариях, ребята. Так, давайте мы тут делаем. О, у нас уже есть 33-й. Нам надо получить 2 34-х, чтобы двигаться как-то дальше. Давай глянем, что мы можем прикупить за танчик. Танчик, вот, смотрите, уже танк почти по 1 триллиону стоит. Да как это вообще? Вот видите, выгоднее сейчас, мне кажется, даже будет вот этот танк скоро покупать, 2 штуки. Делать слияние. И все, ну 28-е... Тут не получится, много очень танков надо будет. Ладно, это что у нас за штука? Мы ее выкидываем. Эти коробки не нужны, потому что не дают танки мусорные. Маленького уровня. Да, не добавляет нам опыт. И получается, что у нас больше уровень. Но нам как-то ни холодно, ни жарко от этого уровня. Как говорится. 31-й нам надо. Где нам взять 31-й? Значит, надо 2 30-х. Вот так вот мы берем. Смотри, 1 триллион. Это 30-й. Куда мы его добавим? Добавлять некуда. Нам надо еще один 30-й. Так, ты уходи, ты мне мешаешь что-то. 29-й. А что с 29-м? Можно вот этот взять 29-й, соединить, получится 30-й. Сейчас у нас деньги пособираются, ребята. И все будет топчик. Возьмем еще одну черепаху, соединим, и получится все хорошо. Нам надо сейчас 500 000 000. Давайте еще чуть-чуть деньги копитесь. Можно по снеговикам пока понажимать. 23-й вообще не надо. Да блин, эти коробки выпадают, на них только время трачу. Уйдите, танки негодные. О, все, смотри, у нас есть 2 29-х, соединяем 2 30-х, 2 31-х, теперь у нас 2 32-х, 2 34-х. Вот мы весь ролик шли к этому, что сейчас будет, ребята. Это просто безумие. Вот эти танки, их можно вообще просто все повыкидывать. И останется он один. Доход X5. Конечно, берем за кристаллы. Короче, берем доход. Деньги посыпались. Воу. Ребята, 2 танка на скорости. Какая скорость? Тут X3 и там X5, X8 получается. Зарабатывают 24 миллиарда в секунду. И вот сейчас останется один. Последний герой. Приди к нам. Мы тебя призываем. Супер-пупер Топ-ган. Что это за танк такой? Это что, робот какой-то? Там танки хоть были похожи на танки. Это на что похоже, блин? Какой-то уродец, ребята. Он стреляет каким-то звуком. То ли электрошоком. Вообще непонятно, чем он стреляет. Но он реально добывает очень много денег. Вот это неправильное число, потому что это, наверное, с ускорениями разными. Монеты закончили сыпаться. Получается 5 миллиардов в секунду. 5 миллиардов делим на 3. То есть в среднем получается 1,7 где-то, да, 1,8. А, вот, написано 2,38 миллиарда в секунду. Ну, все, ребята, мы, короче, к этому пришли. В следующем ролике мы продолжим. Я и так рад, что мы прошли так много эволюций. То есть мы дошли до 35 уровня. Я думаю, что в следующем ролике мы дойдем до 40-го. А может даже 41-й откроем вот этот чемодан. И надо уже завершать. Я хочу увидеть финалочку в этой игре.
Ну а с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики, скоро увидимся, пока.